Приветствую всех в этот прекрасный зимний чудесный праздник, День Святого Николая Чудотворца. И у нас очень снежно сегодня, необычайно просто снежно. И да, у меня сегодня день рождения. Так сложилось, что в этот чудесный праздник у меня еще и день рождения. Наверное, я должна быть очень счастливой. И я была сегодня очень приятно удивлена, когда я зашла на свою страницу Фейсбука и получила множество поздравлений от друзей, от знакомых. Это настолько приятно, это так тронуло и стало теплее на сердце. И говорят, что в такие большие праздники, когда множеством людям пожелаешь добра, любви, крепкого здоровья, то есть всего самого наилучшего, то тебе возвратится это все сторицей. И пользуясь таким случаем, пользуясь таким моментом, я хочу всем вам, мои дорогие друзья, или кто меня первый раз увидит, да, пожелать в этот замечательный праздник, День Святого Николая, Чудотворца, пожелать вам искренне крепкого-крепкого здоровья, любви вам большой взаимной, благополучия, достатка, чтобы вы занимались любимым делом, которое приносило вам радость, удовольствие, возможно, даже и доход, чтобы вы занимались и работали на любимой работе, ходили на любимую работу и получали за это достойное вознаграждение, чтобы вы могли воплотить свои самые даже смелые мечты, желания в жизнь, чтобы у ваших близких и родных все было хорошо. Не бойтесь делать добра другим людям. Не бойтесь желать добра другим людям. И есть такая, конечно, поговорка: от добра добра не ищут. Но я верю, что это только старые стереотипы. И что когда человек делает добро кому-то, да, другому человеку, родным, близким, либо незнакомому человеку, то ему обязательно это вернется сторицей. Да, возможно, не того человека, которому он сделал добро, но все-таки и вернется это добро либо о других людях, либо ситуации благополучной для этого человека, либо таким счастливым случаем. Но обязательно вернется, и я в это верю. Как можно чаще говорите хороших слов своим родным и близким, и дорогим вам людям. Поверьте, им будет от этого приятно, а даже некоторым и необходимо. Вы это почувствуете, и вам даже самим станет от этого лучше и легче. Еще раз с праздником вас этим замечательным, с наступающими новогодними праздниками. Спасибо вам большое за пожелания, за вашу поддержку. Еще раз здоровья вам крепкого, любви, благополучия, счастья, удачи и много-много денег. А мы с вами еще увидимся. Так что до новых встреч. Пока-пока.